Очередная операция регионального управления ФСБ увенчалась успехом. На окраине деревни Желтоносово Ивановского района оперативники обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Тайник располагался под старым пнем на глубине около метра и был тщательно замаскирован поваленными деревьями. Транспортировка боеприпасов была признана опасной, поэтому взрывотехники ФСБ, ОМОНа и областного поисково-спасательного отряда с помощью заряда тротила подорвали находку в близлежащем карьере. Изъято 4 противотанковых ручных гранатомета, 28 боеприпасов для подствольных гранатометов и цинковый ящик с запалами для учебных гранат. По предварительной информации, изъятые боеприпасы и оружие принадлежали одной из преступных группировок региона. В настоящее время рассматривается вопрос о направлении материалов по подследственности в ОМВД России по Ивановской области и возбуждении уголовного дела по статье 222 «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».